На семинаре присутствовали ученые-юристы из Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, представители судейского сообщества, глава региона Алексей Кокорин, прокурор Курганской области Игорь Ткачев, а также студенты Уральского государственного юридического университета. Открывая семинар, Игорь Ткачев отметил, что вопросы, которые сегодня рассматриваются, постоянно возникают в практической деятельности, зачастую требуют от прокуроров, следователей, судей принимать самых неотложных решений. Для Курганской области, как впрочем, наверное, и для остальных субъектов Российской Федерации, актуальными остаются проблемы противодействия преступлениям против жизни и здоровья граждан. В условиях непростой экономической ситуации, увеличения так называемой бытовой преступности, мы ждем от ученых-юристов новых теоретических разработок в этой сфере. Алексей Кокорин отметил роль сотрудничества областной прокуратуры с органами власти по укреплению порядка и законности в Зауралье. Выражаю также огромную благодарность всем сотрудникам прокуратуры за тесное конструктивное взаимодействие. Вы постоянно реагируете на просьбы органов муниципального самоуправления, правительства области, нашего областного законодательного собрания. Постоянно отслеживаете законность принимаемых уставов муниципальных образований. И убежден, что наша тесная конструктивная работа повлечет за собой и динамичное развитие нашего региона, да и не только нашего региона, а в целом нашего государства. Участники семинара рассмотрели старые и новые проблемы складывающейся правоприменительной практики по квалификации преступлений, а также были обсуждены особенности организации прокурорского надзора за следствием и осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Один из участников семинара, профессор прокуратуры Российской Федерации Сергей Растропов, выступил с докладом на тему «Квалификация преступлений против жизни и здоровья граждан». Выслушав его, прокуроры региона задали интересующие их вопросы, касающиеся Уголовного кодекса. По итогам семинара участники обменялись мнениями и выразили уверенность, что состоявшаяся встреча будет способствовать повышению эффективности деятельности прокуратуры и правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью и защиты прав и свобод человека. Александр Мироненко, Илья Уронцев, Александр Бутаков, информационное агентство «Курган.ру».